Скажите мне, что это такое вообще? Как этот танец назвать? Куда он бежит? Красавчик. Вот это вот здание сейчас, да? Это кафешка, да? Оно сгоревшее было. Я не знаю, ты помнишь или нет, но здесь одни просто угли были. Вот это вот, этого не было, это сгорело. Ну сейчас это отель уже, коктейль, к отелю, правильно, да? Это была раньше кафешка. И она просто вся, она сгорела тогда. И я видел, как она горела. Это было давно. Друзья мои, я вас приглашаю сегодня в Порту на пешую прогулку. Надеюсь, вам со мной будет интересно. Не обещаю никаких излишеств, просто небольшая прогулка по городу. Я не знаю, как в ваших странах, но у нас ничего не меняется, кроме количества туристов, которых с каждым годом все больше и больше. Смотри, здесь у них парк. Вот туда можно зайти, кстати. Там можно зайти и отдохнуть. И вот это вот все, это была заброшка. Здесь вообще не было никаких этих крыш, ничего не было. Ну, полная заброшка, короче. И смотри-ка. Реставрируют. Внутри все четко сделано. Смотри, стены, крыша. И отреставрируют, это будет стоить бешеных денег. А вообще, знаешь, что это, наверное, это отель 100% сделают. Здесь столько этажей. То есть это здесь три, а там еще вниз как минимум два. Я не думаю, что стоит отель здесь сделать. Место не очень хорошее. Ты думаешь, не будут высыпаться? Смотря, как они хотят это сделать. Здесь все было, разруха полная. Все, вообще, не знаю. Вот эти крыши все валялись. Вот, единственное осталось, наверное. Короче, что скажешь, пусть сделают это. Делаю им про это. Вот дядька. Нормально так кочегарит. Блюз. Там на гитаре, здесь рисует. 1,6 евро, 4,20. Ну а что, хорошо рисует? Ну хорошо рисует? Да, здесь старина, конечно, капец. И вон, смотри, стены. Старые стены. Можно видеть, сколько здесь всего. А вот, прикольно, смотри. 2500 лет назад? Сейчас посмотрим. Смотри, прикольно. Вот эти стены, это, конечно, нечто. Вот было видно какое-то окошко. Что-то здесь замуровали. Здесь какой-то инструмент у них был. Какие-то непонятные. Вот пошли, переведи, там что там нарисовали. Люди, которые здесь жили, они выбрали его 2500 лет назад. Ну так отсюда же порт и начался. Переедификаром повосом, чтобы создать именно как будто колонию людей, чтобы здесь жить, им кажется. Ну правильно, кафедраль. Я про малингад мурали, вот стена, как и видно. Бувало, era composto por casas de porta redonda, típicas deste período no Noroeste. Redonda, это которые... Ну, круглые. Знаешь, вот эти круглые дома, которые, да. Так это 2500 лет назад, так здесь правильно, порт же отсюда и пошел. Ты знаешь, здесь кафедрального собора отсюда, именно здесь да, и были заложены первые дома. Вот, прикольно. Вот, пошли еще дальше. Пойдем еще посмотрим. Смотрите, тоже интересно. Стена. И вот эти углубления. Скорее всего, здесь был какой-то навес. Закрытый двор, наверное, был. Вполне себе может быть. Вообще место классное. И архитектор знаменитый его обустраивал. Николай Насони. Это знаменитый, в общем, дизайнер. Жалко, нельзя попасть. Закрыто. Ну ничего. Может, в следующий раз как-нибудь. Пойдем. Они еще и поют.
Да, такой очереди в кафедрал в Порто я еще не видел никогда. Просто никогда. Когда я зашел, вообще никогда там не было. Никогда не видел. Так, здесь лесенок нет. Но я могу и упасть и без лесенок. Вот жизнь удалась. В общем, 17 век. Да. Одни бумажки, мелочи вообще нету. Ни одной монеты нету. Наркоманы все стырили. Вот там есть вон некоторые монеты. А ну да. Не, ну, такие здесь так можно найти. Валяются. Вот, смотри. 5 копеек. Ладно, пошли. Пойдем прогуляемся. Улочкам портовским. Мне кажется, я здесь уже был. С цветком. Ничего не видно. Вот живут люди, прикольно, да? Самый центр. Вообще, по сути, это трущобы. Да, я здесь уже был. Ой, какой собак. Смотри, какой собак. Вот тоже было что-то, наверное, все пообломано. Тут вообще непонятно, то ли дом, то ли это уже сама как дом, как скала. Ну, смотри, да. Рестораны и кафешки, где делают. Где строят. Вот интересно, почему они не стали вот этот вот кирпич, камень его долбить. Потому что сил уже не хватило, наверное. Да нафиг, пускай остаются. Ну да. Нет. Вообще, я тебе скажу, путь Сантьяго, там, по-моему, если не ошибаюсь, вот здесь в кафедральном соборе с утра они должны взять бумажку этого пилигрима и уже с этой бумажкой идти. Ну, с картой там путь, как до Сантьяго дойти лучше. Я так не хочу потом на велосипеде. А, вон вход, а это тоже закрыто, кстати. Тоже закрыто. А здесь прикольно. Тут такой вид. Вообще шикардосный. Ну-ка, я-то знаешь, я что-то не припомню, чтобы я здесь был. Мне кажется, я вот здесь вот сюда вот не заходил, в этот закуток. Не, я здесь не был ни разу. Вот и даже здесь играть. Лёд летает. Вот здесь живописненькое место такое. Конечно. Ты знаешь, я ни разу здесь не был. Ты смотри, народ-то никого нет. Да вообще здесь никого нет. По сути. Здесь пивком, свинцом сесть, посидеть. Прям милое дело. Да. Тепло, классно. Тихие такие заведения, ресторанчики, такие домашненькие. Студии какие-то. Ух ты, тема какая интересная. Такой балкон прикольный. Здесь всегда столько музыкантов играет. Вон, смотрю, готовятся, видно. Или собираются. Ну, вечером здесь, наверное, вообще концерт, да? Где твой отель? Туда? Пошли, посмотрим. Как называется, папа? Как называется эти? Смотри, прикольно. Да, я вижу.
с голубем вообще глазом. Он здесь как без рук. Все снимают? Все снимают. Это что, ну, тоже что-то торгует? Я тебе вчера рассказывал, вчера женщина опера пела в опера. Оперу пела? Пап, там я видел, я проходил, пап, минимум 3-4 девчонки плакали. Пап, ну, голос. На каждого музыка, пап, по-своему. У нее такой голос. Реагируешь. Красивый. Каждая музыка по-своему. От которой некоторые хочет плакать. А некую слушать больше никогда не хочется. Значит, это была такая, здесь, наверное, в свои времена, как говорится, богатая элита отдыхала, гуляла. Да. Народу дофигища. И это еще не самое, я понимаю, дофига. Здесь народ еще прибудет позже, наверное. Но здесь самое интересное, здесь октябрь месяц, надо приезжать. Вторая середина, нет, сентябрь, октябрь, ну жара, и, он, мужик, при этом вся житуха, мужик, не стесняйся, банькой, баю, баюшки, баю. Налево посмотри. Это твой? Да. А у меня ребенок в этом отеле работает, друзья мои, подходим, скидки будут, не будет скидок, скажи. Так, пап, одна ночь 500-600 евро, есть люди, которые там платят. 500-600 евро? Да. Ну. Извини, у кого есть деньги, вот у кого есть качество жизни, могут платить. Понятно. Вот еще какие-то рисунки. Ну здесь это уже мазня. Здесь я вообще не понял. Жуть. Ребенок что рисовал? Вот дядька рисует. Вот смотри. Смотри как. Тоже неплохо, да? Да. Пойдем дальше. Здесь все как-то так уживается. Вот эти магазинчики, художники. Магазин с левой стороны. С левой стороны. Вот еще рисунок. Ага. Здесь не ошибаюсь. Это фотографии, это не рисунки. Это у дядьки фотографии. А вот еще. А это у нас куда? В ресторан толпа, да? Да, это толпа в ресторан стоит. Меня ресторан жалко. А вот это рисунки. Oh yeah, this look, this is the one I was saying, because I like all doors, and these are all doors, and this is just the look. Это рисунки. Знаешь, откуда они? Ау. Он с южной. Вот эти с Америки. Он там еще тоже мазня какая-то. Но есть ничего, правда, да? Это северная Америка. Откуда ты их знаешь? Северная, это откуда? Америка. А это, походу, с Китая. Что есть USA? Это, походу, были китайцы. USA, что у них было в USA? Так, здесь у нас, конечно, мост. В первую очередь мост. И индусы, блин. Пофигу им. Давай, красавчик. Я же тебе говорю, они красавчики. А ты говоришь, нет. Я говорю, красавчики. Вообще по барабану. Вообще-то это же улица, здесь нельзя ездить. Только такси, да, бомбы могут привезти там пассажиров и все. Но он тоже. О, винишко. Это мой отдел. В чем я здесь остаюсь, ты езжай. Вот они рисунки, которые я тебе говорил. Вот еще. Вон они. А? Вон те, как будто на дисках он делает. Педрос натураль. Ё-моё. Ничего натурального нету, через эти пластмассы, все камни, да? Смотри, на дисках чувак делает. А что за диск? Диски, смотри. Он популярный люди. Ага. Ага, вон Ди Каприо. Ой, да кого-то только нет. Диски, да? Где он их берет? Да, слушай, сейчас блошиные рынки, они все завалены этими дисками. Их просто немереное количество. Продается за купейки.
Интересно, там едят, а здесь все пусто. Почему? А, это пицца, да? Народ какая-то... Да? Это пицца же фастфуд, да? Масика. На крещенка похоже. А здесь все забито. Смотри, а что так, смотри, никто сюда не идет, там же открыт. Почему? Там написано фастфуд, бургеры, что такое. Люди хотят поесть нормальной еды. И одни бразилы. Автобусы. А, смотрите, какие миллиметражи в порту на автобусах ездят. Вообще, они иной раз тут удивляют, мягко сказать. В Испании такая же беда. Помнишь, мы ездили в Испанию? Конечно. Тоже вот портовский, вот испанский. Вон он там автобус, он разворачивается на этой улочке. Капец. Смотрите, какая дверь крутая. Рисунки битвы вообще какой-то. Вообще классно. Ну такая вот дверь. Дверь так дверь. А я не пойму, а куда здесь... А, ключ у них здесь уже современный, да, стоит? Ну, наверное, это не современная дверь. Ну, лет 100, то и 50, там, и сколько там. Вообще прикольно. Там и со змеем. Вообще, ага. Испанцев, да? Из Испании, со Сочи. Они на выходные сюда едут. А какие праздники в Испании, тоже вот по 3 дня. Одни испанцы, я вот тоже был, приезжал. Ahora nos vamos a ir a São Bento y vamos a estar cruzando esa línea imaginaria. Vamos a estar ingresando por primera vez en nuestro tour. Вот так вот. Можешь легко бесплатно там встать. Где? А там, да, и послушать. Ну. Ну, конечно. Народ, пойдем зайдем в самый красивый Макдональдс в мире, говорят, кстати. Смотрите, какое здание, где Макдональдс. Это раньше был древний кафе, вон написано. Империал. Кафе Империал, вон написано. И они его продали, Макдональдс. Кафе Империал? Ух, тут. Это было раньше кафе. Это кафе было, да? Ну, внутри так все вот эти фрески, конечно, они красивые, там еще что-то такое. Вот так-то, что, ничего такого? Нет. Что у нас тут? Меню. Ладно, мы ничего не будем покупать, просто зашли, посмотрели. Люстры посмотрели, флешки посмотрели. Как люди едят, посмотрели и пошли. Хочешь что-то, правда? С бакалям, даже с бакалям. Давай, ну-ка, вытащи. Какой мне, с бакалям вот это? Нет, вот это, вот это. Да мне без этого, без салфетки, давай. Или давай салфетки. Держи. Ну, да я сейчас засниму. Да не, нормально, я сейчас сниму. Ну как? Ничего, ну кстати, здесь кость почему-то. Потому что это бакалявка. Натуреза. Вкус? Это подчеркивает то, что это настоящее. Нормально, вкусно. Тебе нравится? Нормально. Есть можно. Если не пора, расскажи. Вернуть все равно нельзя. Все, не понравилось? Да нормально, нормально. Ну да, ты теперь свой. Свой. Ну, тебе с мясом нормально. Блин. А вот, надо было с мясом брать. Ну ничего, ладно. Местные сумасшедшие. Местных сумасшедших немерено. Вот индусские магазинчики. Вот еще один стоит. Красавец. Они вообще отжали у портосов бизнес. Реально. Везде одни индусы.
посмотрите, какой аутентичный райончик. О, что такое еще и набожное. Кафешку видно. Как-то делали. Разрисовали. Все. С правой стороны Сан-Бент. Железнодорожный вокзал Порту. А с левой стороны, ну с одной и с другой стороны, вот такие вот у нас здания. Я вам сейчас покажу балконы. Вот сейчас, смотрите, снизу видно щелки, по-моему, да? Но, в принципе, все заколочено. Раньше такие дыры были. А там скворечник, какой красавчик. Вообще, конечно, архитектура порта – это нечто. Все налеплено один к другому домик. Не понять. Все в граффити. Конечно, я здесь уже бывал, и не один, и с моим подписчиком был. Из Риги. Цветков, привет тебе. Приезжай в гости. Вообще класс. Ничего не изменилось с тех пор. Ничего. Одно плохо. Очень сложно ходить. Здесь уже туристы не очень ходят. Никто не живет. Интересно, везде такая разруха, никто не живет. Здесь бабах, что-то офисное. Может быть, кафе? Нет, не кафе. Туристическая студия какая-то. Ух, сейчас дойду, передохну. И граффити эти ужасные, портовские. Есть ничего красивое, но есть вот, вон нафига. Вот это надо было делать. Да и это, и это. Фу. Алло. Ты знаешь, где я сейчас сижу? А? Не-не-не, я сижу напротив Сан-Бента, там недалеко. Помнишь, мы с тобой сидели на лавочке, там фонтан был, мы еще пили там эту Мадейру, там голуби ходят. Я вот прям на этой лавочке сижу один. Народу дофига. Классно они с дырками в здании справились. Вот так надо весь порт и заделать. Классно, голуби постарались. Смотрите, дома. Вот здесь вот раньше были дома, ну такие вот портовские. Снесли, там археологи приезжали, рылись. И вот, смотрите, они, я даже не думал, что здесь какой-то дом будут ставить. Но это, скорее всего, конечно же, отель. Ну, очень круто. Хотя, вот смотрите, говорят, центр порту, да, это фасады все в ЮНЕСКО, да, нельзя сносить. Вот все снесли. Ну, наверное, такие фасады никому не нужны, ничего такого они не представляют. Скорее всего, я думаю. И вот они стояли, они же как строили, один дом, второй, такое ощущение, когда разбирают здесь, один дом, другой дом держит. И такие специальные распорки у них там были. Ну, в общем, смотрите, пристроили такие, теперь те дома не упадут. Всем хорошо. Все выигрывают от этого. Прикольно. Вот там дядька какой-то только что в окошке сидел в этом скворечнике. Все. Все обитаемо. Здесь старые улицы. Прям такие старые. Классные улицы. Ориентир, вон, сеньора де Боа Фортуна, улица называется, футболисты.
13 век. Средневековая архитектура 13 века. Представляете? И здесь живут. Я еще помню, здесь как-то был, ремонт делался. Ну, наверное, в этом здании ремонт делался тысячу раз. Смотрите, как камни подогнаны. Каземат какой-то. Буду побывать внутри. Ну, не факт, что это все, конечно, еще сделано до сих пор. Вот, наверное, здание тоже тех лет. Частично. Не, Порто, конечно, классный. Он старый. Очень старый. Везде огромные, кстати, двери. Сейчас скажут, что раньше жили великаны. Двери просто реально огромные. Ну, 2.5 метра минимум. Да не, наверное, 3. Да, наверное, 3 метра. Высотой все двери. 3 метра. Представляете? Вот здесь уже нормально. А здесь лилипутов, кстати. Сюда можно выйти уже к речке, к Довре. Здесь у нас тупик, скорее всего, здесь люди живут. Как в Питере, наверное, да? Ящики. Ой, здесь классно так. Так вообще здорово. Ветерочек охлаждает. Ой, вообще обалдеть. Люди. Вообще, вот для чего это надо было? Казалось, что это старый гвоздь. Да это походу, да, это старый расплюснутый гвоздь. Вот это здание с правой стороны, ну, конечно, старое вообще. Скажите, а слева что новое? Ларго де Падре Америко. Ладно, пойдем туда, где более-менее прохладненько. You there?